Ребятки, всем привет-привет! Вы на канале Софи Элис Лайф. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить нам пальчик вверх, нам будет очень приятно. У нас впереди много-много интересного. А сегодня мы с вами откроем вот такую замечательную куколку, новинку из линейки кукол Enchantimals от Mattel. Зовут ее Бри Банни или Бри Кроля по-русски. Мы распакуем ее и сравним с вот этой девочкой Harlow, тоже от фирмы Mattel, из линейки Ever After High, Игры Драконов серии, Лесные Пикси. Мы посмотрим, в чем их отличие, чем они похожи. И обязательно напишите в комментариях, какая девочка вам нравится больше. Да, в описании к этому видео я оставлю ссылку, перейдя по которой вы сможете посмотреть наш обзор Карины Каалы из серии Enchantimals и поучаствовать в конкурсе на Бри Кролю, вот такую замечательную девочку, а также выиграть футболку с принтом Enchantimals. Ну что, поехали открывать? Да. Так, открыли мы коробочку. Давайте посмотрим на нашу зайку замечательную. Вот она какая красотка, давайте ее освободим. Аккуратненько, чтобы не повредить ей ушки, волосики. Так. Вот, мы достали нашу красавицу, вот такая зайка. Прыг-скок. И теперь освободим твистера. Так, ну что, давайте сначала рассмотрим питомца. Вот такой красивый маленький зайчик. Бледно-розового такого цвета. Здесь у него отверстие для того, чтобы можно было установить его в игральном домике. Он очень забавный, милый, с розовым носиком и выразительными темными глазками. Так, теперь посмотрим нашу красотку. Вот она наша Бри Банни. Сразу, что мы видим, что у нее скинтон бледно-розовый. Очень красивый такой оттеночек. Ручки, ножки в суставах не двигаются, то есть это не шарнирная куколка. Здесь вот у нее правая ручка согнута в локтевом суставе. Это сильно согнуто, это слегка. Так, что у нее тут? Давайте ножки ее просмотрим маленькие. Вот такие маленькие аккуратные ножки. Пальчики довольно проработаны четко для такой маленькой куколки. Куколка маленькая, да, небольшая, 15 сантиметров всего в высоту. Вот такая куколка замечательная. Что у нее из одежды? Давайте посмотрим. Молдированный топ. Сверху причем у нее вот такой воротничок меховой белый. На топе изображены сердечки, цветочки какие-то вверх ногами. Так, здесь у нас трусики голубые. Видите, молдированный топ слегка выступает над трусиками, поэтому юбочка очень одевается легко и здорово держится, не ерзает туда-сюда. Вот она идеально к топику подходит. Юбочка сама с цветочным принтом, морковки еще изображены на ней внизу, оторочена белым мехом красивым. Посмотрите, а сзади мы видим маленький симпатичный кроличий хвостик. Так, что у нее тут у нас с туфельками? Туфельки у Бри Банни в виде маленьких зайчиков розовых. Давайте оденем ей на ножку. Вот так вот. Такие ботильончики. Здесь тоже отверстие для установки куклы в игровой домик. Так, волосики мягкие, нежно-розового цвета, такого насыщенного. Ушки несъемные. У нее розовый носик, как у кролика. Усики даже прорисованы. Слегка полуоткрыт ротик. Видны белые зубки видны. Она у нас голубоглазая девочка. И сверху вы видите такая имитация шерстки над бровками и над верхним веком. Бровки такие спокойные,
темно-бежевого цвета. Кроме кроличьих ушек, еще есть маленькие человеческие ушки, посмотрите. Вот такая замечательная брикроля. Если вы хотите выиграть такую брикролю, обязательно переходите по ссылке, участвуйте в нашем конкурсе. Вот она, наша красотка брикроля со своим питомцем Твистером. Вот как они здорово вместе смотрятся, он такой милаха. Я думаю, что они очень дружны и очень любят друг друга. Вообще серия, линейка этих кукол Enchantimals, это серия кукол девочек, наполовину девочек, наполовину зверят, главный девиз которых — это забота, это наше все. То есть это очень заботливые девочки. Ну что, давайте теперь сравним нашу брикролю. Эзерли. Это куколка из серии, как я уже говорила, «Игры драконов», «Лесные пикси». Она покровительница зайчиков, кроликов, живет в волшебном лесу тоже. Так, ну куколка, смотрите, заметно больше. Если это 15 сантиметров, то Хезерли больше 20 сантиметров в высоту. Скинтоны у них очень похожи. Ну, у брикроли он какой-то немножко темнее, я думаю, если вам видно. Волосы тоже отличаются. У Хезерли такого насыщенного бордового цвета. А у брикроли нежно-нежно-розовые. Ушки у них разные. У Хезерли, видите, одно ушко так загнуто, грива. Одно ровненькое и другого цвета. Так, у Хезерли платьице не молдированное. С поясочком. А у брикроли молдированный топик и трусики. Так, у Хезерли у нас что там? Тоже трусики нарисованы такие под цвет кожи. Так, давайте макияж посмотрим поближе, что тут у нас у наших красоток. Брикроля у нас голубоглазая, а Хезерли зеленоглазая девочка. Носики немножко разные. У Хезерли такой еле-еле заметный розовый носик. У брикроли он понасыщеннее. И усики у брикроли более такие явственные, чем у Хезерли. Бровки похожи. Молд похож довольно сильно. Тоже не шарнирная кукла Хезерли. Единственное, у брикроли ручка согнута в локтевом суставе, а у Хезерли просто ровненькие ручки. Кроме того, одно из немаловажных отличий — это то, что ручки Брибани, посмотрите, разводятся в стороны широко. Очень подвижный здесь сустав. А у Хезерли ручки двигаются только вверх-вниз. Видите, в стороны их развести нельзя. Так же, как ножки. Вот две девочки замечательные, Хезерли и Брикроли. Они могут устраивать даже, я думаю, пикник на травке вместе. Как старшая сестричка и младшая сестричка. Вот какие две замечательные красотки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая из девочек вам нравится больше. И желательно напишите, почему. Кто хочет посмотреть обзор и распаковку вот такой Хезерли, я тоже оставлю ссылку в описании к этому видео. Всем пока-пока. Вы были на канале Софи Элис Лайф. Надеюсь, вам понравился наш обзор. Пока-пока.